Портовая особая экономическая зона продолжает развиваться и пополняться новыми резидентами. Совсем недавно введен в эксплуатацию новый корпус, в котором будет находиться индустриальный парк-платформа. В четырехэтажном здании смогут разместиться 20 резидентов. И заявка первого претендента была рассмотрена на заседании экспертного совета. Им стала компания, которая будет производить зеркала заднего вида для автомобилей КАМАЗ. Особая портовая экономическая зона, во-первых, дает нам преференции по налогам. Во-вторых, это очень удобные географические места для нас, потому что наши поставщики находятся в Поволжском регионе, и мы поставляем набережные Челны. Соответственно, это было выбрано и с позиции удобной по логистике, и по преференции по налогам. Оборудование для начала производства придет уже через месяц, а приступить к началу работ готовы с января следующего года. Общий объем инвестиций составит без малого 40 миллионов рублей. На предприятии будет создано 25 новых рабочих мест. Второй резидент ПАЭС не новичок. Спектр Авиа реализует один инвестиционный проект на территории экономической зоны. Строительство ангаров, в которых будет происходить прокраска воздушных судов, начнется на следующей неделе. Второй проект будет реализовываться с французской стороной. Соглашение о создании совместного предприятия по окраске ближней и среднемагистральных самолетов было подписано на Петербургском экономическом форуме. Почему мы рассматриваем этот проект с французами вместе в портовой зоне? Да? Тем самым мы хотим привлечь воздушные суда иностранных авиакомпаний, потому что там преференции в портовой зоне, вы знаете, это и связанные и с налогообложением, и в том числе самое главное, это с таможенными процедурами. То есть самолет прилетает на переработку и тут же летает без всяких проблем по таможенным процедурам. В настоящее время на территории особой экономической зоны зарегистрировано 20 резидентов. На экспертном совете их число пополнилось еще двумя новыми компаниями. Егор Титов, Константин Никитин, новости дня, Ульяновская правда.